компактный конвектор с механическим управлением для обогрева больших комнат. Сегодня в обзоре конвектор StarWind, модель SHV5220. Рассмотрим его подробнее. Вместе с обогревателем в комплектацию входят ножки с шасси, кронштейн, монтажный шаблон, набор креплений, инструкция и гарантийный талон. Гарантия на устройство 12 месяцев. Конвектор очень компактный, всего 59 см в ширину и 40 в высоту. Он не займет много места в помещении. В комплекте идут крепления для настенного монтажа и шасси для удобного перемещения по полу. Можно выбрать подходящий вариант установки. Это простая модель с механическим управлением. Сбоку находится кнопка включения и поворотный переключатель температуры. Конвектор может работать в двух режимах мощности – 1000 и 2000 Вт. Нагревательный элемент здесь X-образный, алюминиевый. Мощность 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев помещений площадью до 25 квадратных метров. Поэтому прибор подойдет для просторной гостиной, большой комнаты на даче или рабочего кабинета. В этой же серии есть модели мощностью 1000 и 1500 Вт. Функция авторестарт автоматически включает прибор в заданном режиме в случае перебоев с электричеством. Защита от перегрева автоматически отключает конвектор, если он достигнет предельной температуры. Прибор также выключится при сильном наклоне или падении. Простой компактный конвектор StarWind SHV5220 с механическим управлением подойдет для больших комнат на даче или рабочего кабинета. Благодаря мощности 2000 Вт он быстро обогреет помещение площадью до 25 квадратных метров.